очень необычно. Я не из этих мест, я из совсем других миров. Другие правила, другие танцы. Я не из этих мест, я из других миров. С разрывками и шельками. Па-па-па-па-па-па-па-па. Очень все чудно вокруг, все очень необычно. Я не из этих мест, я из совсем других миров. Где-то далеко-далеко, в волшебной стране под названием Мьюни, в некотором царстве, в 39-м государстве, короче, жила-была принцесса, звездочка Баттерфляй. Перекинешься! Это как должна была висеть картина, что она упала от одного касания? Многие считают меня безбашенной и безответственной. Если ты хочешь, чтобы люди и дальше продолжали так считать, то ты делаешь все правильно. Звездочка встретила рыцаря на улице, а нет, показалось, он оказался в тронном зале. Магия? Ривер стоит без посоха, теперь с ним, теперь нет. Не волнуйся, мам, я с этим справлюсь. Клише, слова героя обратно пропорциональны его действиям. Нет, она не справится. А вы палочку забрать не хотите? Или вам нравится, когда все вокруг горит? Мы хотим отправить тебя в более безопасные измерения. На Землю! То есть вы уверены на все 100, что на Земле она не будет делать то же самое, что делала на Мьюни? Сочувствую. Из окна звездочки откуда-то взялось стекло. А переоделась она, наверное, в карете. Мы ее не возьмем. Мы ее ни за что не возьмем, будь там хоть сундук золота. А впрочем, проехали. Марко Диас, зайди в кабинет директора. Похоже, кое у кого неприятности. Ты упоротый на всю голову, раз начал этим восхищаться. Карандаш у Марка имеет свойство телепортации. А у окон было 5 рядов, теперь резко все 4. Марка и звездочка были в одном месте, затем в другом, затем в следующем. Думаю, про дверь, которая сама себя красит, вообще нет смысла заикаться. Рядом с дверью были какие-то черточки, затем добавилась еще одна черточка, но в итоге это все превратилось в цифру 35. Радуга была сверху над звездочкой, теперь чуть ниже. Рисунок на сундуке у звездочки был желтый-зеленый, в следующем кадре зеленый-желтый. Также расстояние между тремя рисунками заметно поменялось. Как можно было вот такое не заметить? У Марка 2 компа. Штаны Марка сами порвались между кадрами. Марко, судя по всему, мазохист, раз решил выйти в окно. Ты там цел? К счастью, кактусы смягчили удар. После такого падения Марко, стало быть, поломался? А, нет, ходит. Кактусов резко стало меньше. Марко неизвестным образом избавился от иголок и приобрел кактус на ноге, которого не было в прошлом кадре. Звездочка? Клише. Злодеев не видно и не слышно, пока те не окажутся в камере. Лапы монстров на тротуаре через секунду уже нет. Также лапа жабана за Люда через секунду уже нет. Звездочка Баттерфляй, наконец-то я тебя нашел! Люда, как ты узнал, что я здесь? Вопрос хороший. Как Люда и его компания нашли звездочку около магазина? Наверное, по GPS-трекеру. Куда это он так полетел? Надеюсь, не в ближайший столб. Машина с жирафом сделала телепорт. Клише, что не ночь, то полнолуние. Взгляни-ка вот на это! И правда, взгляни на то, что либо кто нет, то они резко появляются. Йоу, как делишки, чуваки? Она после того, как постучала, сделала лишний круг вокруг дома Марка, над картиной петуха резко потерялись две картинки. Эта же участь постигла табурет и подоконник. Либо дом улетел на шариках вверх, либо включил невидимость. Похоже, Даррен Эфси очень любит телепорты, раз добавляет его почти в каждый грех. У скелета между кадрами поменялся цвет кепки. Звездочка Марка и Пони сфоткались 5 раз. А когда остались только Марка и Пони, кабина решила сделать исключение и сфоткала их 4 раза. Автоматов по бокам нет, теперь есть. Мало того, что им нужно поменяться местами, так у них еще копья разного цвета. Козырек кепки отразился зеркально. Нас там не было секунду назад, теперь есть. Где она? Я же говорил, я не знаю. Упрямишься. А что если я сделаю вот так? Хватит! Они, наверное, монстры, раз смеют включать и выключать лампочку.
Специально для Марка освещение хрень, специально для звездочки освещение нормально. Лампа сделала телепорт. Отсылка на Тетрис — это, конечно, здорово, но воздух улетело 5. У зеленого квадрата были волосы, и все они были одинаковы, но никак не больше и не меньше. Веревка сделала телепорт. Обнимашки! Кто ей удлинил руку? В первой серии статуи и флаг стояли справа, во второй уже слева. А ты еще самых крутых парней не видела? Альфонсо и Фергюсон! Клише слова героя диаметрально противоположны. Знаешь, сваха из меня даже лучше, чем колдунья! Клише повторилось дважды. Контрольная звездочка резко поменялась местами. Скальник стояла рядом с примером, через секунду уже нет. Ноутбук повернулся под углом в 45 градусов. Молниеносное превращение обратно! Это как сказали одно, а произошло другое. Ну и клише, злодей хочет поработить всю вселенную, потому что он злодей. Затем она станет в точности как моя шляпа, и я верну себе мое могучее тело! В смысле вернешь свое могучее тело? Ты же по сюжету коротышка. Комната выглядит нормально, затем отразилась зеркально, а нет, показалось. Зеркальце у нас глухое, потому что даже в английской озвучке не слышно позвонить Тому. Ух ты, молодчина, Марко! Ух ты, молодчина, Марко! Клише злодеев не видно и не слышно до тех пор, пока на них не наведется камера, решила повториться. Медведь и муха сделали телепорт. У мухи не было тесака. Кто-то очень быстро построил дом. Турбоядерный взрыв в бабочке! И правда, давайте затормозим в последний момент, чтобы нас ударило ядерным взрывом. Волосы имеют свойство меняться между кадрами. Стул стоял ровно посередине стола, через секунду уже где-то в углу. Изображать сваху у меня получается даже лучше, чем колдовать! Клише повторилось трижды. Девочки решили резко поменяться местами. Скотч тоже не выдержал и решил включить невидимость. Сколько смелых юных воинов и сколько трагичных поражений. Если звездочка думает, что они сражаются не на жизнь, а на смерть, то странно, что там не было венка. Также в витрине видно 3 фотографии, в следующем кадре намного больше. Команда Альфа-1, зачищаю территорию от воинов. Конец света. В этой сцене прямо-таки хочется сказать «Браво 6, идем скрытно». У слова «Тим» резко поменялся шрифт. А? Почему они повернули голову в сторону сцены? Мы потеряли слово «Эхо». Секретное оружие. Поворот на 180 градусов со скоростью света. Мы отвлечем их нашими классными откровенными танцами. Без комментариев. Исключаю тебя из группы поддержки. Я тебе больше скажу, она туда и не входила. Бритни не только умеет делать поворот на 180 градусов, но и поворачивает голову на все 360. Мусорный бак был один, теперь их два. Постеров на стене не было. И освещение поменялось так, будто это стало похоже на переулок. Проводов раньше не было. Либо бутылка имеет свойство прекрасного рикошета, либо стол и ноутбук сделали телепорт. Один и тот же человек показался дважды. Фергюсон одел костюм совершенно иначе. Да хватит уже телепортироваться из одного места в другое. Мы резко потеряли всех людей на поле. Заминировало поле битвы. Что? Не думаю, что эти мины мы раньше видели на поле. Воины не собирались убивать нашу команду! Они просто хотели поиграть в футбол! Это же игра! А зачем ты ей тогда советовал собрать отряд боевых кошек? Соберем отряд боевых кошек! Да! Может, даже забросим пару бомб! Если ты знал, что она это все воспримет буквально. Теперь у тебя точно неприятности, гений. То чувство, когда в 14 лет ты конструируешь ловушки в жизни лучше, чем в Майнкрафте. Мы стояли на месте, ничего не делали, что нам мешает телепортироваться? Также след от молота испарился, а люди наоборот появились. Номер 6 и номер 2 похитили Фергюсона, но это им не мешает появиться несколько раз в кадре. Я тебя не слышу! Тут все взрывается! Слепота у тебя, видимо, заложена в программе. Чувак, я просто притворился мертвым! А? Я же опоссум! Ты живой, что ли? Вот почему! У тебя всего два друга! Удивляюсь, как ты с ним продолжил дружить после этого. В автобус зашло слишком много двоек, троек и шестерок. У меня такое странное ощущение, будто бы я что-то забыла. Клише, я что-то забыла, потом резко вспомнила.
Плакаты висели на двери, в следующем кадре они пропали. Раньше я думал, что Марко сломал руку о доски, но на самом деле он косой, просто сломал руку о шлакоблок. У Марко сменилось расстояние между кадрами. И придумывали заклинания, они записывали их вот сюда. Но тут такая неразбериха творится. Я буду копаться тут целую вечность. О, вот оно! Клише слова героя диаметрально противоположны его действиям. Либо звездочка не умеет читать заклинания, либо изображение нам врет. Клише, что не ночь, то полнолуние. В русской озвучке Марко кричит так, будто ему щекотно, зато в английской все прекрасно. Вся еда, которая лежит на полу, немного поменяла расстояние. Марко встал с кровати и уже отошел от нее довольно далеко, но в следующем кадре он все еще рядом с ней. Альфонсо и Фергюсон раньше сидели с краю, теперь где-то по центру. А с рожками-то у нее что не так? Ой! Ой! Очко, очко Марко за то, что он его чуть не убил? Это точно карате? Звездочка решила уснуть между кадрами. Крикивая весь голос нас ни за что не разбудит, но как только нас польют водой, мы мигом проснемся. Тебе от меня не избавиться! Теперь я часть тебя! Симптомы вылечить можно, но вирус останется в тебе навсегда! Друг, про тебя напомню только в 13 серии. В последующих сезонах про тебя забудут. Окно между кадрами заметно удлинилось. А я-то думала, что кроме меня здесь больше никто не жил. С чего ты это взяла? Ну а как ты думала, кто все эти дети? То-то я гляжу, в первой серии не было этих фотографий. С вами по обмену жила Лама? Картина и дверь поменялись местами. У Марка оказывается бесконечный запас фрикаделек, вон, просто из руки появляется. Рюкзак сделал телепорт. Если звездочка собирает материал на густо, то как понять, что здесь написано? Книтуир и Пенинсула я еще пойму, но как переводится Поргнир? И как понеголовая связана с Густавом? Этого никто не видел и не слышал. Вся семья Марка резко получила слепоту и глухоту. Окно между кадрами то открыто, то закрыто. Машина уже проезжала по этой дороге, но на самом деле не проезжала. Мы порезали веревку, поэтому в следующем кадре мы решили от нее избавиться. А что насчет телефонных звонков, а топор, а эти фрикадельки? Ну, я часто звонил мяснику. Поэтому звонить мяснику нам надо прямо из шкафа. Погоди, а зачем тогда ты измерял их во сне? А на этот вопрос мы не получим ответа. Увидимся в следующем году, Густав! Или нет, кто знает? Ответ знает сценарист, и этот ответ нет. Кто хочет торт? Рафаэль, судя по всему, иллюзионист, раз торт не порезан, а куски есть. Этот парень, он такой... настоящий. Клише слова героя диаметрально противоположны. Да! Вот это сюрприз! Я привез багет на всех! Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. И увидимся с вами в следующей части.